беспроводные наушники JBL T225. Сегодня мы распакуем беспроводные наушники-вкладыши от компании JBL. Комплектация простая. Само устройство, кабель для зарядки и руководство по эксплуатации. Наушники размещаются в элегантном кейсе черного цвета, снизу у которого предусмотрен разъем USB Type-C для подзарядки. Под крышкой находится индикатор заряда устройства. Наушниками можно пользоваться по очереди, если хотите сэкономить заряд. При использовании обоих наушников включается режим True Wireless Stereo. На каждом из наушников есть многофункциональная механическая кнопка, предназначенная для ручного управления питанием и переводом наушников в режим сопряжения с телефоном. За высокое качество низких и средних частот отвечают динамики диаметром 12 мм и технология Pure Bass. Что касается автономности, то от одного заряда наушники работают до 5 часов, а вместе с кейсом они продержатся целых 25 часов. Если вам нужны надежные беспроводные наушники с высокой автономностью, то обратите внимание на JBL T225. Они предлагают хорошее качество звучания и приятные басы.